В минувшую субботу днем на набережной Хабаровска утонул мужчина. По словам очевидцев, компания, в которой находился мужчина, выпивала на берегу. Хабаровчанин полез в воду, однако его стало уносить от берега течением. На помощь ему бросились двое мужчин. Остальные отдыхающие вызвали спасательный отряд. Прибыв на место, спасатели вытащили из воды двоих горожан, которые пытались спасти утопающего. Самого купальщика найти до сих пор не удалось. Проверку инцидента ведет полиция. Личность погибшего не установлена. Поисковые работы проводила спасатели администрации города Хабаровска и позже привлеклись государственная инспекция по маломерным судам Хабаровского края. Вопросом занимается полиция. Свою помощь окажем в пределах нашей компетенции. Там стоят знаки, что купание запрещено, там находятся спасатели. Но, тем не менее, купание там запрещено. Купаться нужно только в определенных местах, которые освидетельствованы, которые допущены государственными инспекциями по маломерным судам для купания, для отдыха у воды. Их у нас в крае 9. Основные требования – это не ходить в воду с употреблением спиртных напитков. К сожалению, дети купаются в местах, в разных местах, в том числе и котлованы. Дело в том, что там вообще категорически запрещено купаться, это не обследовано дно. Как сообщили в пресс-службе МЧС, начиная с апреля на территории Хабаровского края в водоемах погибли 15 человек, из них 8 в черте Хабаровском.